эльфы, наше древо жизни, фикус демократии под угрозой. Ты права, Урсула Брюссель. Планы Саурона Закидоновича простираются на все Средиземье. А с ним говорят еще Ким Чен Орки. А мордор у него не треснет? Главный вопрос не в этом, а в том... Как это скажется на наших выборах? Нет, как нам помочь повелителю вселенских земель? Я тут читал написанный им план победы. Мы все его читали, Эммануэль. Не впечатлило. План просто пугающий. Страшнее отражение Медведара Демониуса в Палантире. А мне понравилось. Будем считать, что общее мнение положительное. По этому плану нам надо выковать три кольца победы. Хочется спросить, как это скажется на наших выборах? Нет, почему колец только три, если пунктов в плане пять? Потому что это не Олимпиада, а всего лишь борьба со вселенским злом. Господа, три кольца. Я вижу только два. Таурус не додел. Я тут одно взял на время. Ну, проверить, победит ли оно падение моего рейтинга. Тогда и я одно возьму ненадолго, до 5 ноября. Мудрое решение, вице-мамзель. Я тоже одно возьму. Проверим, не поможет ли оно стать мне во главе ЕС, Эльфийского союза. Хорошо. И вот только тогда, когда мы проверим и убедимся, что кольца работают, мы возьмемся за выполнение главной задачи. Поможем владыке Зеленских земель? Нет, поможем вице-мамзель избраться уже на второй срок. А работают кольца? Работают! Интересно, как это скажется на наших выборах? Здравствуйте! Гарик, не дергайся! Я твою репу ваяю в тыкве. Ты можешь сделать свое лицо, ну, как будто оно морда. Пострашнее. Сявка, ты слишком много внимания уделяешь предстоящему Хэллоуину. А чему его уделять? Бриксу? Там все и все уже обсудили. Нет! Самое интересное осталось за кадром. Коллеги, наша сетевая организация работает по принципам, завещанным Цептером, Гербалайфом и пылесосами Кирби. Правило простое. Кто напылесосит больше всех новых членов организации, тот... Походу, речь обо мне. Я и Азербайджан привел, и Армению, и Казахстан, и еще и Беларусь. И вы награждаетесь званием «Лучший работник месяца». И получаете подарок. Набор силиконовых крышечек для консервации, футболку с моим портретом и освежитель для вашего чемоданчика. На этом наш саммит. Погодите, я, например, не собираюсь никуда вступать. По крайней мере, в обозримом будущем. А я просто на велосипеде приехал покататься. Я тоже в режиме ожидания выгодных предложений. Неувязочка. Значит, все подарки назад. Освежитель, так и быть, можете оставить. Ой, Майя! Мы и не надеялись уже. Сидели тут, кулачки за вас держали. Я только один кулачок. Гадали, придете, не придете. 50%, что придете. 50%, что нет. Не 50, а 50,4%. Идеальные демократические цифры. Надеюсь, что и с бумагами для вступления в ЕС у вас все в порядке. Правка из демократического диспансера. Вот, фотографии страны 3 на 4. Вот, в
флюорография 3/4. Есть. Страховое покрытие на случай отсутствия страхового покрытия. Вот. Оригинал ксерокопии всех документов. Есть. Идеальные документы. Просто хоть на стенд вешай, как образец. Вот прям сейчас и повешу. А со мной? Что дальше? Приходите к нам, скажем... После второго тура? Лучше после обеда, в пятницу, в 2030 году. И захватите весь пакет документов. Так он уже у вас. Нет, это теперь образец. Соберите все по новой и приносите. Здесь чисто. Здесь тоже. Но ведь где-то у нас утечка. Кто-то же слил Ирану планы ответа Израиля. Значит, у этих стен есть уши, которые к секретной информации приделали ноги. Где-то тут жучок или камера? Надо обшарить все углы. Углы в овальном кабинете? Беспокоит корпус стражей службы безопасности Халяль Кредит Банка. Скоро на вашем счету будет обнаружена подозрительная операция. Какой ужас! И что мне для этого надо сделать? Назвать 3 цифры на вашей карте. Что-то тут не то. Все окей, это нормальные парни, они мне тоже звонили. Нет, что-то тут не то. 8-3-1. Стойте, что-то тут не то. Поняла. У вас же цифра стерлась. Тут не 831, а 837. Спасибо, Ханум. Да не спошлет тебе Всевышний кабинет повальнее. Все, не отвлекаемся, ищем утечку дальше. Бойцы! Грозные альбатросы корейской революции еще прячутся в закоулках нашей воспаленной фантазии гидра американского империализма. Еще крадутся по темным подворотням Украины темные подворотные крадуны. Еще зовет нас в бой гудок бронепоезда, доставшийся нам от отцов и дедов. Кимушка, кончай поскакушки. Папа думает о прекращении войны, а ты орешь и мешаешь папе строить мирные козни. Я жду, когда придет Вова, чтобы поделиться с ним солдатиками. Не надо. Вова половину твоих солдатика поломает, половину потеряет, а половину закопает. Лучше займись чем-нибудь полезным. А можно мне взорвать дорогу между Южной Кореей и моей? Можно. Ура! Только у меня даже спичек нет. Лови. Севка, ты сдурел? Открытый огонь в студии. Срочно туши и отдавай спички. Спохватился. Вокруг уже весь мир полыхает, бро. Должен ты тыквой-то соображать. Не у меня надо спички отнять. О, клевые стихи получились. Знавали и поклевее. Девочка ночью залезла в казну, чтобы бабла отыскать на войну. Нету монет. Может, дело поправим, если монеточку в розыск объявим? Бывал я в Брюсселях, и там возле бара ни одного не нашел писсуара. Приходится писать народу в глаза. А мы скажем всем, это божья роса. Кто в СВО служил солдатом, в ВУЗ поступает автоматом. Сессия пусть не страшит ветерана, если завалит, завалит декана. Тут вот шаман родил новый бред. То, что он русский, оформить как бренд. С водкой, секс-куклами. Гневе нардепы, где среди этой продукции скрепы? В Гугле почистили лидеры нации весь негатив о себе. Информацию, ссылки, историю, кэш самый разный. Кэш вы не трожьте, сгодится и грязный.
У всех релокантов, что кажут нам фигу, мы здесь арестуем бабло и недвигу. А с нашей недвигой ничего не случится, ведь наше имущество все за границей. Вот и все, люди добрые. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вы действительно люди добрые. А тот, кто сегодня перевел часы на зимнее время, имеет уникальную возможность ставить лайки на час дольше. Погоди, бро. Значит, и хрен войне будет идти на час дольше? Я бы сказал, на час глубже. Угу. Ой, мы законов приняли, братцы, но продолжают руки чесаться. Может, то аллергия на ворога, дайте мне меч или супрастин. Даже в обычной пачке творога будем искать и найдем мы ворога. Нам помахаться, ой, любо-дорого, дайте мне меч или супрастин. На то он готовится нас губить, хочет кубыть войною идить. Ну, а мы жили, бабки пилили, и во все недра страну любили. Покуда строил враг для нас препоны, в тылу проснулись пятые колонны и стали сзади без церемонно в пятую точку нас кусать. Ой, дискредитирует армию блогер, свадьбу собачью гуляет квадробер. Лают козлами, блеют конями, только мы притворились людьми. А интердевочка яркий пример, срамом разрушила СССР и на кусочки страну разнесло. Точно я знаю, девочка зло. Коли Чайлд-фри осаждают полки, в руки нефритовой стержень бери. Многое слишком стоит на кону, а вот пущай стержень стоит за страну. Мы за квадроберов уже возьмемся, и до мышей мы тоже доскребемся, и с тараканами в башке сочтемся. Дайте коня нам и пальто. Ой, что-то вы разгулялись, братцы, не пора ли вам отрубаться? Славным ребятам пора по палатам, клизму, укольчик и баю-бай. А где мой богатырский шлем? Пи-пи хочу! Под кроватью! Не расплескай только!